Ровно неделю назад на этом поле я делал диссекацию. Из-за того, что это поле сильно заросло подгоном, здесь урожай хороший, то есть я попробовал с того края обмолотить. Обкос сделал пробный, но не понравилось. Поэтому решил сделать диссекацию. Из-за того, что у меня нет ни волковой жатки, чтобы его свалить его в свал, ни подборщика, чтобы потом подобрать. Вот, ровно неделю назад у меня диссекант, действие диссеканта сейчас не так заметно, но все равно вот по краю, вот где задел, опрыскиватель задел край, вот здесь, это у нас тут какой-то из осотов, видите, точка нарастания желтая, по маре белый, вот тут хорошо видно, видите, кусты пожелтели. А вот здесь уже, где опрыскиватель не достал, они еще зелененькие. Ну, тоже вот здесь можно заметно по осоту. По самой культуре не все однозначно, но видно, что уже флаговый лист пожелтел. То есть недолго осталось. Тут, конечно, и болезни зацепили его. Но, думаю, диссекант он еще добавил ему. То есть должен побыстрее высохнуть. Такой вот он у меня стеблистой. Здесь на этом поле я вносил птичий помет, поэтому здесь урожайность довольно-таки высокая, планируемая. Ну, засоренность, конечно, большая. В этом году здесь я дважды работал гербицидами. Весной до всходов глифосатом в норме 3 литра на гектар. А потом уже по вегетации смесью трибинурона и метсульфурона. Ну, в принципе, гербицид держал защиту до поры до времени. Но вот эти августовские дожди сделали свое дело. И поле начало потихоньку зарастать. Ну, не критично. Но все равно такие вот антенки торчат. Марь белая, осот розовый. Ну и иван-чай есть. Вот так вот. Такой вот. Такая вот масса. Здесь я с нормой высева сеял 160 килограмм на гектар. Но из-за продолжительной засухи часть растений, как видите, зашла только после дождей. И все это мешает уборке. Ну, будем надеяться, что в конце сентября будут погожие деньки, и мы все это поле сможем убрать без потерь. Вот такие вот проплешинки есть, там где, наверное, концентрация птичьего помета была высокая. Ну, там и трава не расцветать. Но в целом, вот здесь видно, что опрыскиватель не задел, тут явно, здесь, наверное, огрех, здесь явно видно, что зеленее поле гораздо. Ну, вот здесь видно, наверное, хорошо. Флаговый лист уже, можно сказать, ну, это вроде болезни, и септориоз есть, но он весь уже сейчас пару дней пожелтеет, и уже, естественно, вегетация начнет прекращаться у подгона. Ну, у подгона у меня получается здесь некоторые вообще в фазу цветения, некоторые уже в фазу молочно-молочно-восковой спелости. Ну, те, конечно, они дадут хоть какое-то зерно.